В рамках празднования 140-летия БелГУ на территории теологического факультета открылся храм-часовня во имя преподобной Евгении Римской. Одновременно с ней начал работу духовно-просветительский центр имени митрополита Московского и Коломенского Макария. Мастер-классы для юных художников в областном центре в рамках международного форума «Золотая осень» на Белгородчине состоялся детский пленэр. Секретами мастерства делились опытные живописцы из Египта, Сирии, Ирака, Палестины и Иордании. Здесь можно играть хоть в футбол, хоть в хоккей. В регионе продолжают открываться многофункциональные спортивные площадки в рамках социального проекта национальной корпорации. Универсальный комплекс с современным покрытием поля и силовым городком появился в поселке Северный Белгородского района.